Машинный парк участка механической обработки прутков цеха 22 в СМПО вскоре пополнится еще одним без центра ватокарным станком. В начале февраля в цех прибыла его первая деталь, а сегодня уже хорошо виден образ нового агрегата. Смонтированы станины левая-правая с каретками сразу. Смонтирована шпиндельная бабка. Произведена предварительная выверка и заливка анкерных болтов. На этот, восьмой по счету станок для токарной обработки деталей, цех возлагает большие надежды. Ведь значительная часть оборудования участка имеет 30-летний стаж. А значит, агрегаты часто бывают в ремонте. Например, в феврале простой станочного парка участка на 70% превысил нормативы. Соответственно, принято было решение закупить новый станок, чтобы обеспечить под 17-й год объем продукции по обработке билетов и прутков на бесцентрово-токарных станках. Как только бесцентрово-токарный станок фирмы «Ситек» приступит к работе, его сосед, один из ветеранов участка, отправится на капитальный ремонт и модернизацию.